А 19 августа порадует всех любителей автосимулятора в целом и Формула-1 в частности, потому что на этот день назначена дата релиза F1 2016. Отличаться от 2015 она в основном будет циферкой в названии. Ну ладно, еще для нас обновят какие-нибудь там списки команд, бренды, еще какую-то зачастую совершенно неинтересную игрокам мишуру. А, ну и графику, конечно же, подтянут, куда уж без этого. Но в остальном это та же F1, которую мы знаем, помним, а иногда даже и любим уже не один год. Если вы считаете себя фанатом, то смело добавляйте сей продукт в свою коллекцию.